Всем привет, ребят, всем здорово, с вами Zoom TV. Сегодня я хочу начать новую рубрику у себя на канале под названием «Бесплатные раздачи игр» от разных платформ, таких как Epic Game Store, Steam, GOG Game. Возможно, кто-то пользуется какими-то из этих платформ. Рубрика новая, посмотрим, зайдет или не зайдет. И сегодняшний выпуск открывает у нас Epic Game Store. До 10 июня, до 18 часов по московскому времени, Epic Game Store сейчас раздает Frostpunk. Frostpunk — это первая игра в жанре выживания общества. Как позиционирует этот разработчик, хардкорная выживалка. Можно забрать на халяву. Как я и говорил, до 10 июня получаем. Оформить заказ. Отлично. И следующая игра в сегодняшнем выпуске. Раздает ее Steam Warhammer Underworlds онлайн. Также раздает до 10 июня, только до 20:00 по московскому времени. Давайте заберем ее на наш аккаунт. Warhammer Underworld онлайн зарегистрирована на ваш аккаунт Steam. Поехали далее. Также Steam раздает еще дополнение к игре Minion Masters. Данная игра в Steam бесплатна. Дополнение сейчас раздается тоже бесплатно со 100% скидкой. Добавляем на аккаунт. Напомню, что сегодня 5 июня. И также успешно зарегистрирована на ваш аккаунт Steam. Следующим в нашем выпуске будет GOG Games. Он раздает дополнение вместе с игрой. Игра Warhammer Shadow of the Hornet Red. Она сейчас идет со скидкой в GOG Games, 59 рублей стоит. Но если вы возьмете вот это дополнение, ссылочки все оставлю в описании, вы получите и дополнение Warhammer Skills Digital Goodie Pack, и также игру Warhammer Shadow of the Hornet Red. Давайте заберем ее, добавить в корзину, оформить заказ, оплатить заказ. Заказ оформлен, и мы получаем игру и дополнение бесплатно. На сегодня бесплатные игры закончились. В том случае, если вам понравится данная рубрика, я и далее буду записывать видео с бесплатными раздачами игр на разных платформах. Если вам понравилось видео, ребят, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Zoom TV. Всем пока-пока!